Уважаемые зрители, вот наконец-то Леонардо Йонович встретил свою царевну. Приготовил ей ужин в виде червячков. Года 2020-2025 период. Интересно, какой она выберет год? Куда мы перенесемся? Что нас ждет впереди? Выбор за царевной лягушкой. Желание я загадал. Желание знаете какое. Только то, что должно произойти. Ну, все-таки. 2024. 49-я минута. Тяжелый режим ожидания. Всякие предметы стоят интересные. Прекрасная музыка играет. Играет, потому что она должна играть. Почему она ждет? Возможно, она умнее, чем мы. Умнее, чем наши политики. Она принимает решения. $1. Америка. Лягушка, кстати, настоящая. Не пластмассовая. Все остальное тоже. Я буду очень вам благодарен за любые комментарии. Она так удивлена своей свободой, что даже не обращает внимания на то, что ей приготовил. Трудно снимать животных, когда они этого не хотят. Я надеюсь, вы со мной согласны. Это тяжело жить в неволе. Можете заглянуть в ее черные глаза. Вы со мной полностью согласитесь. Все-таки она приняла решение войти в технологии. Хотел и татуировку сделать на животе в виде наклейки, но потом подумал, ее собратья неправильно поймут. Продолжение будет. Следите за новостями. Спасибо за внимание. Я ее все равно отпущу, так что не волнуйтесь за нее. Она вам передает большой привет. Всего вам наилучшего.